Дорогие мои друзья, а сегодня у меня день рождения. И я уже с утра принимаю поздравления с раннего-раннего утра. И это очень приятно, что находятся такие люди, и они есть, которые меня очень уважают и любят. Вот он, Дед Мороз, Санта-Клаус, елочки тоже поздравляют меня. Я сделала чизкейк первый раз в своей жизни себе на день рождения. Попозже покажу вам столик, который я накрою. А вам, дорогие друзья, я хочу сказать спасибо, что вы у меня есть, что вы не забываете, что вы говорите мне много приятных слов. И даже кошечка Белочка вышла и тоже меня поздравляет. Вон она сидит. Сидит и смотрит, чем же я тут занята. Первое поздравление в 2 часа ночи было в Одноклассниках. Ну и затем много поздравлений в WhatsApp. Ну а сейчас уже идут звонки. Я в приподнятом настроении, в прекрасном расположении духа. На этом прекрасной ноте и праздничной я с вами прощаюсь. Пока-пока, дорогие мои. До встречи в следующем ролике. Я вас всех обожаю.